Начало нового сезона «Авангард», скорее всего, отыграет не в Омске. На выезде хоккейному клубу придется сыграть 12 матчей на старте сезона КХЛ 2022-2023. Как сообщает «Спорт-экспресс», на новой G-Drive-арене в начале осени еще нельзя будет проводить встречи. Первая игра в Омске может состояться уже в конце сентября, начале октября. Комментируя информацию о расписании на сезон, в «Авангарде» отметили, что 1 сентября – это день, на который запланирован ввод стадиона в эксплуатацию, но никак не проведение первого домашнего матча. После сдачи объекта специалистам еще необходимо провести тестовые мероприятия и проверить работу всех систем. Напомним, ранее появилась информация о том, что новую домашнюю арену «Ястребов» торжественно откроют 15 сентября. В этот день должно состояться масштабное шоу и концерт некой звезды, имя которой пока держится в тайне. Напомним, последнюю игру в родном городе «Авангард» провел весной 2018 года, до того, как арену «Омск» признали аварийной и непригодной для использования.